Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Afro Mango Mukbang. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня очередной трэш мукбанг. Это будет вообще жестко, я вам отвечаю. Сегодня я вам решил представить жесткий контент. Вот такой. Сегодня у меня еда для питомцев. Для ваших. Мы сегодня будем обозревать и кушать для щенков говядина в соусе педигри. Вот такой. Потом дарлинг телятина. Потом корм для кошек. Самый дешевый лосось форель. Еще дарлинг ягненок. И китикет, нежный кролик. Ну что ж, будем каждую раскрывать и пробовать. Я уж не знаю, а запивать мы это все будем любимым моим напитком, сидром. Ну что ж, приступим. Не знаю, как зайдет, не зайдет. Я думаю, что это популярный для кошек корм. Еда, наверное. Что, так, где тут раскрывать? Так, ножнички надо или не надо? Так, не надо ножнички, да? Ну, хорошо. Так, надо проверить на вкус, на цвет. Так, у меня тарелочка уже есть. Так. Ну, первый пошел. Так, вот так это все выглядит. Что ж, будем пробовать. Так, у меня руками. Да, это вообще без соли и сахара. Как эта кошка может есть? Я даже не знаю. Ну хотя, ну мы же не знаем, ощущает она вкус соли и сахара, не ощущает, мы даже не знаем. Этого никто не знает. Это только мы можем как бы ощущать это все. И сахар, и соль. Но вообще это не безвкусно. Вы хотите, чтобы я это посолил или посахарил? Чтобы съесть это все. Потому что я не могу без соли. Так, сейчас попробуем. Ну, соли уже нормально. Уже пойдет. Главное, чтобы это все было вареное. Не сырое. Это же китикет, как в рекламе. Нежный кролик. Так, надо запить. Mm.
Не, ну выглядит как это вот, как вам сказать-то, как студень, по типу того. Мы возьмем вилочку, чтобы, так сказать, показать, что это можно есть. Даже людям, которым вообще ничего есть, ну, нечего есть. Ну, которые побираются там, я, ну, извиняюсь, там, ну, ну, нечего есть, а что они могут есть, если нечего есть? Но они на, хоть на это могут скопить денежку и съесть. Правильно? Ну, сносно. Можно есть. Да. Но это сносно, нормально, можно есть. Да. Можно есть. Следующее. Дарлинг ягненок. Для взрослых собак всех пород. Но я не собака, я человек. Посмотрим. Наверное, выглядит так же, как и китикет. Да, ребята, это выглядит так же, как и китикет. Такие же кусочки. Все совершенно такое же. Что ж, так, вот так это выглядит, вот, выглядит вот так вот, как и китикет, то же самое, как по типу этого самого студня, вот это вот, ну, вы знаете, ну, поняли, да, студень, там вот это, холодец, вот это вот так выглядит. А собаке она съест. Потому что это мясное, она съест. Это я не рекомендую для ваших собак, ягненок, дарлинг. Что-то мне вообще не зашло. Надо запить. Сейчас мы будем другое поле это пробовать. Сейчас вам скажу, зайдет это или не зайдет для вашей собаки или кошки. Дарлинг. Дарлинг это. Вот. Дарлинг, ягненок, это. Вот. Ну как по мне, я ж человек, а собака же она своих как бы эмоций она не подаст, потому что она животное. И все равно. Главное съесть. А теперь лосось форель для кошек. Думаю, зайдет это и не зайдет. Вот такая вот пакетик такой. Выглядит он точно так же, как. Ой. Да, это выглядит вот так вот. Мерзко. Ну, сейчас мы попробуем, что кошки нас едят. Или коты. Ну-ка. Вот это сносно. Нормально.
Прикольно. Да, рекомендую для ваших кошек и котят. Такой комбикорм. Пойдет. Супер. Запьем. Следующее блюдо, это у нас педигри, говядина в соусе. Как вы думаете, зайдет мне или не зайдет? А для вашей собаки или кошки? Посмотрим. Открываем пакетик. И вот так. Ой, что-то как-то резво как-то они высыпались. Как собака такое может есть, я не понимаю. Но ей-то все равно, а человеку не все равно. Ну, мы ради всего этого посолим. Но все-таки пробовать надо, что собака ест. Так. Да. Ой. Ребят. Это вообще, это жесть. Это какая-то жесть. Что ваша собака ест? У меня ощущение такое вообще неприятное. Это педигри. Это педигри. Что у вас за собака ест? Вы посмотрите. Посмотрите. Говядина в соусе. Я это не могу есть. Да. Извиняюсь. Посмотрите, посмотрите. Жесть какая-то. Ну. Давай, надо запить. Это напоминает, знаете что, как-то это все размолото, это все размолото, еще, наверное, размолото, потом это все заморозили, потом порезали кубиком. Следующий у нас, последний, такая, так, дарлинг для взрослых собак и всех пород, телятина. Вот так выглядит. Буду пробовать. Так. Наверное. Ну, собаке же все равно. Жареная там. Пареная. Ей все равно. Главное съесть. Так это все выглядит. Как доширак открываешь все равно. Чем-то напоминает доширак. Соус. Это доширачный. Сейчас будем пробовать. Вот так это все выглядит. Так, по запаху. Нехти. Сейчас. О! Вот это точно. Отстой.
забить. В общем, что я хочу сказать. Из всех перечисленных и съеденных мною кормов самый нормальный. Так, самый нормальный. Вот для кошек. Самый нормальный. Китикет. Вот. Остальное все. Вот это. Это дарлинг ягненок. Тоже невкусно. И педигри тоже невкусно. Ну что ж. Ну, если вам не трудно, дорогие мои подписчики, если вам понравился такой трэш жесткий, трэш, вы, пожалуйста, пишите в комментариях, что пишите в комментариях свои оценки то, что вы посмотрели, то, что вы увидели, какие вопросики задавайте. И то, что вы хотите, чтоб я съел в дальнейшем, то по ссылочке в описании находится ссылочка на донатик. Если хотите, чтоб я что-то такое съел, такое жесткое, по вашему желанию. Вот. Ну а это, в принципе, из два пакетика можно съесть. Нормально. Да. Извиняюсь. Это зайдет нормально. То есть как какому-нибудь человеку, который есть хочет постоянно, ему зайдет. Ну, я имею в виду там бомжу, я имею в виду. Вот. Сразу скажу напрямую, что бомжу это зайдет, но если он хочет хоть что-то поесть. Но это ему зайдет, потому что у него денег нету на другое, потому что на доширак, допустим, у них не хватает денег. Но он возьмет это и пусть берет. Вот. Это ему, наверное, зайдет. Он там суп сварит или там подогреет как-то, еще посолит, посахарит и будет нормально. Поперчит еще. Это сносно. Но, в принципе, я попробовал еду, которую ели кошки, собаки. Это было очень невкусно. В общем. Но два нормально. Все, давайте запьем. Ваше здоровье. Все, ставим лайки. Пишем комментарии. Задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Да, не забудьте. Если вам что-то надо, чтобы я попробовал определенное, что-то, я не знаю, что по вашему вкусу хочется, чтобы я съел, чтобы я купил и съел на видео то, что вы хотите, что вам неприятно, но чтобы я съел, пожалуйста, в комментарии есть ссылочка на донатик. Пожалуйста, присылайте свои. И когда вы будете нажимать на ссылочку, напишите, что вы хотите съесть, чтобы я съел, чтобы я знал, что вы хотите. Пожалуйста, чтобы не так, чтобы от вас шли деньги, но надо, чтобы за что-то, вы понимаете, ну, чтобы за что-то, чтобы я съел это за ваши деньги. Ну, вы поймете, ну, короче говоря, поняли. Определенное блюдо, там, сюрстрёминг, там, я не знаю, ну, что-то такое, там, раки, там, это, что такое, острое, там, я не знаю, ну, что, китайская еда всякая, ну, вся лапша, там, без разницы. Все, в общем, вы поняли. Все. Подписывайся, лайки, комментарии под видео, вопросики. Все,
До свидания, до новых встреч. Все. Чин-чин.